Если мы с вами посмотрим на герб Алтайского края, то мы увидим царицу вас. Ну, в стране уже были царь Колокол, царь Пушка, почему бы и царицы, и вас не быть. Я скажу так, что это вообще мировой бренд и по размерам, и по истории 24 года. И могу успокоить всех жителей Алтайского края, что в мире никто больше такой шедевр не сделает. Этому есть простое объяс объяснение, потому что в мире нигде больше нет таких монолитов твердого поделочного камня, как яшма. Чтобы Понять и разобраться, в чем же у нас вот это преимущество и что происходило здесь, надо немножко коснуться истории. Давайте поговорим. Как на машине времени мы вернемся 2 миллиарда лет назад. Земле 4,5 миллиарда лет. Нас тогда не было наша литосферно-континентальная плита под названием Сибирь появилась 2 миллиарда лет назад. Где мы были, это сложно сказать, потому что как тогда и сегодня тоже все континентальные плиты двигаются со скоростью роста ногтей у человека 2-3 сантиметра в год. Куда двигаются? Нет закономерностей. Поэтому даже предположить, где мы тогда были, это невозможно. Первое упоминание, где мы были, это ученые, это я скажу тоже все-таки предположение, это 755 миллионов лет назад, когда все материки столкнулись вместе. И был единый материк родини. И вот тогда мы, наша плита была в районе нынешней Австралии. То есть Сибирь южнее экватор, представляете? Потом все распалось. И следующие 250 миллионов лет назад, когда был единый материк Пангея, мы были в районе Мадагаскара, тоже неплохой регион. Но тоже в конечном... Это не было конечным местом нашим. И по какой траектории, ну, ученые пишут, через, чуть ли не через северный пояс, мы оказались там, где мы сейчас есть. Это чисто вот как происходило движение. Что еще было такое особенное, что вот именно такие монолиты у нас образовались, а не где-то в другом месте. Особенность была еще одна интересная. Когда мы появлялись, происходила смена атмосферы. Первая атмосфера, она была для людей, для живых организмов агрессивная. Почему? А это были первые газы, которые выделяли вулканы. Метан, серный, сернистый, угарный, углекислый. Ну и еще, плюс ко всему к этому сотни миллионов тонн пара. Это очень важно. Это была такая атмосфера. Да, как говорится, для людей она очень неудобная, зато можно было положить железный гвоздик, и он мог пролежать тысячи лет и не заржавел бы. Так вот, в этот период происходила смена атмосферы, начал появляться кислород, а самое главное не это — Самое главное то, что когда в атмосфере температура достигла 220-240 градусов, на Землю не заморозил, не закапал, а хлынул потоком дождь. И это была, вы сами понимаете, не вода. Температура 220-240 градусов это не вода. Это была газированная вода. Ну, кислота по-нашему. И как пишут разные ученые, этот ливень шел практически от полмиллиона до миллиона лет, не переставая. Так рождался Первый мировой океан. Это еще одна особенность. Но смотрите самое главное, что он наложил отпечаток, это вулканическая активность. вот сейчас мы про воду как говорим вода жесткая, вода мягкая, вот такая накипная чайника это известь это известняки. А вот тогда это было совсем другое вулканы, которые у нас были, а представьте, они все были под водой. Наши вулканы были под водой, и наша территория сотни миллионов лет была под водой. Можете себе представить. Суша Ангарида начиналась в районе Кемерово. И теперь вам всем понятно, почему в Кемерово есть уголь. А у нас, у нас кораллы. Я вам так скажу, что наш большой коралловый рифовый барьер алтайский, он не меньше, чем сегодня, самый большой в Австралии. Чтобы этим убедиться, там можно приехать в горняк и посмотреть. Это большие, чуть ли не горы этих кораллов, морских лилий. Шанок им 400 миллионов лет. Когда вулкан извергался под водой, он насыщал воду кремнием. И теперь вы поймете, потому что яшма ⁇ это осадочная, метаморфизированная временем порода. То есть за сотни миллионов лет вот эти глыбы яшмы у нас и рождались. Параллельно я могу еще такую удивительную вещь сказать. Может быть, кто-то из вас слышал, а может нет, что наши алтайские помидорчики гораздо ароматнее и вкуснее, чем среднеазиатские. Вы скажете, как же так? Там же климат лучше. А насчет почвы, что у нас песок и глина, что в Средней Азии песок и глина. Я, кстати, не сказал такую большую неприятность. И в Барнауле, и 65% территории Алтайского края это песок и глина. А в Барнауле даже 300 метров надо копать, чтобы добраться до коренной Барнаульской породы. Но вся разница в том, что песок и глина Средней Азии это разрушенные горные породы, а у нас-то нет. У нас вулканы извергались под водой, пепел не мог подняться в атмосферу, он мутил воду, муть оседала, превращаясь в вулканические туфы, которые тоже разлагались, превращаясь в песок и глину. А это уже совсем другое, потому как пепел — это неорганические минеральные удобрения. И, как вы знаете, лесная ягода всегда ароматнее и вкуснее садовой. Вот как объясняется про вкус наших помидор. Это небольшое отвлечение, но наше достижение. А тут получается интересно. Вроде как только песок и глина, но это связано с тем, что технологии у нас были слабые и не позволяли полностью извлечь из руды серебро. Много серебра уходило в шлаки. А шлаками что делали? Посыпали дороги. И вот Сибирское отделение Российской Академии наук дало такие цифры, что в наших шлаках серебра среди металлов аж 57%. Вы представляете? Мы реально с вами ходим по серебру.